Впереди город Николаев. Мы едем в городскую больницу номер 3 под названием Дубки. Но едем не через Николаев, а по объездной. Чтобы не стоять на светофорах, чтобы это было побыстрее. Мы будем сворачивать на объездную. Вот где указатель на Херсон. Сюда мы и заворачиваем. Это городская больница номер 3, находится на улице Космонавтов 97. Там много разных отделений: терапевтическое, хирургическое, физиотерапевтическое, отдельное отделение, целый этаж проктологии, и гнойно-септической хирургии, урологическое отделение, онко, онкоурологическое, есть даже ожоговое отделение, травматологическое, эндохирургическое, отделение сосудистой хирургии, патологоанатомическое, неврологическое и множество лабораторий. Территория довольно большая, больница находится в парке Дубки. Туда идут до конечной, остановка конечная, Дубки, ходят маршрутки 13 и 31. От автовокзала. От автовокзала, да. А мы покажем, как мы едем туда на машине. В прошлый раз ехали через город. А возвращались по вот этой вот объездной. Дальше что там, мы едем до кольца, да? Да. Доехали до кольца. Направо. Уходим вправо. Николаев, но с другой стороны, по объездной. Куда? Налево? Направо? То есть прямо? Прямо.
мама его отправила. Вот и все, заворачиваем направо. Попадаем в такой большой парк, который называется Дубки. И до самого конца. Ну тут прикольно так, да? Ну да. Как лесок прям. Да, лесок. Парковка, где нам приткнуться. Вот и сама поликлиника. Церквушка маленькая. Вот мы и приехали.